Muito bom? Quer mandar aí? Доброго дня. Тільки у Штатах рак легенів вражає близько 225 тисяч людей і витрати на охорону здоров'я складають 12 мільярдів. Саме тому ми взяли це за задачу сьогоднішнього хакатону і ми розроблюємо платформу, яка виявляє рак легенів по даних ПНТ. Зараз наша нейронна мережа виявляє рак легенів з точністю 81%. Даних із дейтасет був взяти із карла. Зараз він близько 5000 МРТ. Також до завтрашнього дня ми збираємося збільшити точність виявлення хвороби. І будемо намагатись зробити систему, яка буде виявляти рак мозку, теж подати МРТ. Це задача складніша, адже дейтасет, який зараз, ну, його ще в нас немає, але є в перспективі. Він складається з 3D-моделі, і з 3D-моделі набагато чаще тренувати нейронну мережу, і якщо ми встигнемо, ми надіємося, що ми встигнемо. Це все. До свидання. Дякую. Вы сказали, что в Штатах есть такая проблема, и сколько они будут тратиться. Вот хотелось бы остальных команд тоже, как я вам здесь, почему вы это делаете? Почему? Ну, то, что вы нашли на сет, это, конечно, классно, но хочется слушать, кому это нужно и почему так важно это делать. Я правильно понимаю, что будет являться некий веб-сервис, куда там, я как пациент смогу загрузить свой МРТ-снимок в диком формате, в таком формате, ну, и получить ответ, ну, такой проект. Да, вы сказали, клиент, мы еще не вспомнили насчет счета бизнес-модели, чи это будет B2C, это B2B. Другие комментарии, вопросы? Ну, может, насчет бизнес-модели, наверное, тяжело было делать B2C, я думаю, что должно быть B2B, потому что просто пользователь не может сам себе сделать MRT. Но, в принципе, например, с больницами делать сертификацию, потенциально это было бы очень круто, хороший проект. Круто, молодці. Ну, тобто, добрий фокус, класно. В презентації в Final Pitch, там, де будете слайди робити, не забудьте слайди, і покажіть якісь трошки цифр про ринок. Хоч якийсь імпульс до оцінку ринку, хоч трохи. І не до ринку, не додай. Так, просто не робити. Просто це припіч. Це окей, круто. І молодці, що у вас вже є готові результати, я не бачу. Допомагаю. Тогда одно все работает. Я правильно понимаю, что сейчас же это у вас пушечная крыльная крыльня, то есть видите же открытый фон с более качественным решением. Пытаетесь ли вы двинуть, ну, сделать акцент, финальный фич на еще какой-то такой сенсор-вклад, либо ваша модель здесь точнее, либо обладает каким-то особым быстрее, может, вы понимаете, какие сегменты там, больных покрываются нейронной сетью, какие сегменты трудно предсказывать нейронной сети, если это типа, класс более рискованных пациентов, мы можем не заметить в подъезде. Может, что-нибудь еще, то есть сделать в любом случае финальный питч, акцент, в чем именно ваш вклад, что вы хотите получить плюс. Ну, если вы просто действительно хотите получить какой-то опыт, как бы это тоже нормально. Прежде всего, мы не основывали нашу модель на модели победителей из Chicago. То есть мы улучшили архитектуру модели, которую предложил Google.
То есть это Inception, инсталированная на Vegana, и мы производили пенсию. Вот. А качество получилось сколько вы сказали? 80%. Это рок-ру? Да, да. Да, не рок-ру в этом метрике, это создана классификация. Вы на кабл, какая была? Да, на кабл там классификация рок-рус. Поэтому сравнить. Ну, конечно, например, тоже Logos, потому что как бы электронность возврата не сбалансирована. То есть Logos берет в те случаи, когда мы очень болезненны к ошибкам. Как бы, или руководство, потому что он там сейчас смотреть, какая на ошибки первого-второго рода. Скорее всего, если это там болезнь, естественно, Logos, как бы, цена ошибки высока. Как бы электронности здесь не очень. Да, я согласен, просто перед критичником мы банально не подумали изменять его вопрос. Я думаю, и на сами критичники мы это уже все. Там? Или еще один вопрос, пожелание компании? Ну, тогда спасибо большое за внимание.